Какая речь? Я даже захотел стать амазонкой и надеть кожаную юбку. Но не судьба. Хей-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Халье. Вы смотрите канал Hellplay. Надеюсь, у вас прекрасное расположение духа и отличное настроение, потому что сегодня мы с вами снова идем в супергеройские баталии под названием Injustice Gods Among Us. Предыдущая глава была за великолепного Флэша. Очень крутой персонаж, очень приятно за него играть. Короче, рекомендую тем, кто хочет ознакомиться с Injustice. Ну а сегодня мы пройдем главу за самую независимую бизнес-вумен супергеройского мира DC Вселенной под названием Чудо-женщина. Вот такое название у этого независимого существа. А единственное, одна из немногих, на ком бронестринге нормально сидят, в отличие от супергероев. В общем, давайте на счет три. Раз, два, три. Бро-чай, за ваше здоровье. И вперед, покажем мужикам их место, а то они совсем тут охренели. It's gonna be a hell of a fight. No. I brought you here to get the kryptonite weapon, and that plan failed. You're да. Going home. Then I'm destroying the interdimensional transport. Зря все-таки Лютеру его отправили. It'll buy you time to prepare. Luthor sacrificed himself. We won't dishonor him by just leaving. We have an alternative. We bring over our Superman. Finish this fight. One Superman in this world is enough. He's not like yours. Don't let emotion cloud your judgment. Да, вот это будет круто. То есть у нас будет битва Супермен против Супермена потом, ребят. Это будет очень прикольно. Два Бэтмена сейчас. О! Это же Бэйн. Так, сейчас будем отражать пули. Какой у него здоровый калашников, прям под размер Бэйна, да? Такой прям слишком какой-то гигантский. Посмотрите на него. Какой-то калашников для Гулливера. А, не успел. Пока болтал, не успел. Калашников какой-то для Гулливера. Ух, что за... Погодите, что это? Надо же... Нифига, погодите. Все, окей, я отразил. Отлично, закончились наконец-то патроны у него. Все, давайте покажем ему, кто тут в доме Знаете, вот это настоящая семейная разборка. Кстати говоря, очень красиво дерется персонаж. Я уже проверил первую комбинацию, правда усиленную, и она очень красивая. Как его? Значит, семейная разборка. Здоровый муж пришел с работы, говорит, где пиво? Где, говорит, пиво и футбол? А она такая, нет, отстань, ты мной помыкаешь постоянно, хватит, я даже с подругами не могу выйти никуда. А он такой, ну, знай свое место, и достает калашников и расстреливает его. Типичная российская семья. Я думаю, ребята, которые, у которых жена или жены, у которых мужья, многие узнают себя в этих разборках. Вот, например, представьте, что это ваш муж Олег. Или Олег, представь, что это ты. Не знаю, есть кто-нибудь из Олегов, кто меня смотрит и кто имеет прекрасную спутницу. Уже. Вот, видали? Смотрите, как красиво. А, я, если честно, когда использовал кнут правосудия, я подумал, что она сейчас приманит и как-нибудь с башки ему даст или что-то того. Она просто взяла его за шиворот и все. Ладно, давайте, не знаю, мы, наверное, уже не сможем, не успеем в этой драке накопить на супер прием. Вот видите? Это так странно. То есть просто берет и... Слушайте, ну, кстати говоря, Бэйн на самом деле дерется очень круто. Очень прям круто. То есть... Смотрите, он такой... Нифига себе, он такой достаточно резкий парень. Может, он, значит, не играл. А, мы же еще... А, понятно. Давайте сменим. Вот так вот. Вот. А! Так. А, понятно. Но он стопудово поставит все, что у него есть. Давайте тоже поставим и проиграем. Да. Вот она печаль, беда. Так, давайте сменим оружие. Видите, у него... А я сейчас, наверное, не знаю, кто победит. У нас у обоих нет ничего. Ничья сейчас будет, что ли, или как это будет? Да, ничья, ух ты. Слушайте, ну прям настоящая супергеройская битва. Равная по силе. Тихо. Нет!
Вот так вот женщину победили, слабую, но красивую. А, давайте еще раз. У нее, видите, очень интересная способность геройская. А, она меняет, меняет свое оружие. То есть кнута правосудия ее, лассо, правосудие, да, или как оно там точно называется, на щит и меч. Но знаете, что неудобно? Что, по-моему, она... Да, если вы применяете какой-то прием определенный, она его меняет обратно, свой щит и меч, меняет на свое лассо. Так, ну, неплохо она. Вот щитом и мечом прям вообще нормасик заходит по Бэйну. Ого! Видали, кстати, говорю, по нему удар даже не прошел по Бэйну, когда он делал разгон. Вообще с ним надо быть осторожным. Мы еще и щит кидаем, Капитан Америка прям. Понятно, у кого научилась. Так, спокуха. Еее. Как тебе эта комбинация, Бэйничек? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Ладно, хотя бы посмотрим. О-о-о! На самом деле, вот удары ощущались прям. Так было сделано, что даже немного как-то не по себе было. Я не буду делать заряд никакой, друзья, потому что... Хочется набрать на X-Ray и посмотреть, как наша чудо-девушка задаст перцу нашему парню. На тебе. Тихо. Опа. Все, и теперь сейчас будем X-Ray делать. Я не понял, только на каком расстоянии у нее. На. Есть. Что? Сайдкик пришел наш. Кстати говоря, очень много снесло. Вот это вот прикольный у нее X-Ray. Не супер эффектный, но зато эффективный. И на большом расстоянии, как я понимаю. Все, Бэйн, прощай. Ты был хорошим мужем, но... Тихо-тихо, но пора с тобой... Да... Бэйн какой-то сам с собой играет, либо бегает туда-сюда. Кому лишь... Все. Да, такой тепленький бой был с самого начала. Очень тепленький, горяченький, даже сказал. Пенья Дюра taught me one thing. Better to be feared than respected. Опа, это же этот. Наш бог войны, да? Или кто он там точно, я уже не помню. We have much to discuss. You may have bewitched my mother once, War God, but I will tell you the lies. Все, давайте надерем задницу папашки-то. Папашке задницу надерем, а колдовать мать. Вот, сейчас будем мстить за то, что бросил семью. Я не знаю, на самом деле, честно говоря, действительно ли Арест является отцом чудо-женщины. Вот, к сожалению, не знаю, знатоки, подскажите, напишите в комментариях. Но, судя по всему, наверное, да. Наверное, является. Тихо. Просто Чудо-женщина не такой персонаж прям для меня интересный. Поэтому не слишком много я знаю о ней. Ага, давай, Арес, иди сюда. Комту... Папаня, ты как это так сказал? Я тебя буду папаней называть. Слушайте, блин, что-то какой-то хардкорчик пошел на драках и... Какие-то они все стали слишком сильные, эти ребята, и посерьезки начали драться. О-о-о, тихо, тихо, тихо. А что это такое? Погодите. Тут кольцо можно. Ну-ка, дайте. Нет, нет, Ари. По-спартански, как я погибаю. Вау, у нас сегодня просто летсплей суперприемов. Видимо, кольцо никак нельзя. Не получается у меня никак кольцо зацепить, если честно. Хотя хотелось бы. Ладно, пора драться. На! Ай, апперкотик-то такой красивый удар был. Слушайте. Он еще и усилен, смотрите, он не жалеет заряды. О! Да! Я поставлю, а у него нет ничего. Бабах! О, да! На грани! Нет! Нет, как... Нет! Да как так? Что-то они какие-то прям, ребят, жесткие пошли. От этого будут выпуски длиннее. Но это...
Слушайте, они реально пошли такие более, как это сказать, более активные. Но вот когда она использует кнут, у нее приемы, конечно, более эффектные, и на самом деле я бы даже сказал, более, как мне кажется, более эффективные. По крайней мере, для моего стиля игры. Вот, видели? На тебе еще! Ха! Вот так вот. Тихо, иди сюда, Рэтик. На тебе. Я такой красивый прием хотел ребятам показать, а ты взял и заблокировал его. Я даже слил для этого это усиление. Вот маленькая посылка. Куда ты телепортируешься от меня? Не уйдешь ты теперь от меня. Брак, все, ты заложник. Поженится с тобой. У нас будет инцест. Ужасно. Ну там в древнем мире же практиковалась такая штука. Окей. Видите, кто такой, как я сразу разобрался с ним, на серьезке-то. Красотка, конечно. Diana, your friends will survive this commission. If you truly wish to help them, you'll heed me. Talk, and be quick about it. Так, нет, сначала сразу нормально к разговору перейти. Сначала пришлось Бэйн дабл Бэтмен просто. Дабл Бэтмен Пенетрейшн. Порнуха супергероев. Бедный Бэйн, у него истерика, наверное. But do you know how he intends to execute his plan? Not yet. If you hadn't brought me here. By Aphrodite. Shocking, isn't it? The great Amazon army preparing to subjugate an entire continent. I can't... How could she? If only someone were able to stop her. Why would you have me do that? The conflict will re-energize your magic. In the short term, if Superman consolidates his rule, the conflict which fuels my powers will cease permanently. I would thank you, Ares, but that would imply you've done something selfless. Oh, no need. The enemy of my enemy... We are never friends. Our interests align, temporarily. I need... Oh! I'll leave you to your work. Ares aids the insurgents. As a strategist, he's no Athena. Your look betrays your loyalties, Raven. Raven вообще достаточно опасная персона. I serve both. Superman's victory will hasten my father's return. And all shall bow before him. Да, твоего отца. Отец у него, конечно, супер всемогущий парень. Вот, чего-чего, а возвращение ее отца никто не хочет точно. Ну вообще, она опасная. Ну, я так понимаю, здесь мы, конечно, ее без проблем отпинаем. На! Расслабься, детка. Они все попадаются на один прием, когда... Я, видите, разрушаю культуру. О, нет-нет-нет, тихо, спокойно. Не-не-не-не-не-не-не. Никаких суперприемов. Рэйвен, прекрати. Прекрати колдовать свою ссаную темную магию. На! На! Отлично! Я ее все с помощью статуи сделал. Спасибо, спасибо наследию культурному. Это было предсказуемо, что она заблокирует на самом деле. Река, хватит меня поднимать! Было бы смешно, если бы она ответила, тяжело, мне все равно тяжело тебя поднимать. А я бы сказал, ты что, намекаешь, что я толстая? И начались бы бабские поединки. У тебя ляхи жирные, знаете, такого плана. Только я сменил оружие, и мне дали люлей. И далеко не кебаб. Их бы я скушал. Люля кебаб достаточно вкусный. Да ладно, Рэйвен, мне пора прекращать с тобой, серьезно. Это Рэйвен, это не на... Она мне просто не дает никак... Так, давайте, да. Максимум. А, зря максимум. У меня же немного здоровья было повреждено. Достаточно было в два деления. Или хотя бы в ничью. На одно. Вот она... Видите, что происходит? На, сучечка! С ней только реально с прыжками, потому что... Она задолбает на расстоянии. И видите, она не дает к ней нормально приблизить. Слушай, это ненормально, просто...
На! Реймон, при... Реймон, это не смешно! Все. Чё-то у нас... Чё-то как-то не очень. Не знаю. Слушайте, ну блин, ну Реймон опасная. Я же сказал опасная. Она такая и есть. Неприятная бабёха. Ничего не скажешь. Главное, как-то к ней, блядь, приблизиться надо. Чтобы она не могла меня никак... своей кастовать магии. Стоит с ней расстояние дать, и она просто заспамит своим говнищем. Ну, как вы видели. Поэтому давайте ее... Нет. Я буду стараться не попадать на это, Рэйвен. Спасибо. Достаточно твоей темной магии. Научилась у своего папашки. Хватит. Твой папашка и так бед доставил всем до хрена. Поэтому давай как-нибудь отправляйтесь к моему папашке. О, тихо. Щитом. О, вот так вот. Злая альтернативная Рэйвен. Нехорошая. Очень нехорошая баба. На! Немного однообразно, зато дичайше эффективно. Дичайше эффективно. Но с ней никак по-другому. Don't count on your father's return, Raven. Да, не рассчитывай. Мы не позволим. Take that to the Athena. Sloop 51. After drop-off, meet at the South Pier. Mora's team needs help with an intership weapons transfer. Move! Diana! Whoa! Your army will stand down. They will not abet Superman's madness. You hold no sway here, Pretender. I am in command. You stain Amazon honor. We are to temper man's aggression, not enable it. After Metropolis, Superman showed me the truth. Man's aggression cannot be tempered, only quelled. Slaughter the innocent? As Zeus fooled Hippolyta, Superman beguiles you. Your world's Amazons must be weak-willed if you are their queen. Вот сейчас будет крутая битва. To give service. Help the innocent. Save the lives of friend and foe. That is our way. You lecture me on the meaning of being Amazon? I don't seek to lecture. I seek to depose. О, это вызов. Смотрите, она сейчас драка на мечах. Просто супер сексуальных девочек. Как вам, мужики? Я думаю, вам должно это понравиться. Тихо. По крайней мере, ты не Рэйвен, и от тебя не стоит ожидать супер дальних атак. За исключением щита Капитана Америки. Прием, который ты у него нагло стырила. Тихо. А, ну да. Совсем забыл. Нет. Это больно. На! Супер бочка! Я даже слил усиление, чтобы тебя бочкой долбануть очень сильно. На, вот так. Смотрите, у нас пока ничья. Пока ничья. На! Как красиво было! Ой, прости, я корабль разрушил. Вам теперь не на чем плыть. Как же так? Хотя вы можете поставить, как его, из себя корабль. Мы же знаем, что вы... Как дерево все. Вы же не утонете. Так. Можете сесть друг на дружку и поплыть. Оу, это было больно. Она же с усилением метнула меч. И мне не нравится, что у нее есть еще пару зарядов. Будем пытаться сейчас как-нибудь заставить ее слить все это, весь этот ее отстойник. О, нет. Сейчас будет плохо. Так. Она посливала, конечно, но у нее все же еще... На! Ой! Как же было так хорошо! На! Да ладно! Чё вы... Ты два усиления мне... Сейчас она зарегенится. Это плохо. 25%, да, это прям... Очень нехорошо, учитывая, что у нас... Так, давай. Теперь я зарегенюсь. Хая-хая! И все, до свидания. Нет, настала моя очередь себе подрегенить немножко здоровья. Нет, на! По яичникам тебе!
Все. Фух. Опасно. Now to rebuild what you've destroyed. Hold, my sisters, hold. While I am not of this world, I am Amazon, and I tell you now, this path is folly. We are to unite the world's people, lessen man's rages, overcome them with compassion and love. She has enabled one man to inflict his rage on an entire planet. Let him be consumed by his darkest passions, rather than extricate him from despair. Sisters, let us return to the right side of history. Let us enter battle, but as humankind's protector, not its destroyer. We are Amazons. We are here to save mankind. Какая речь! Я даже захотел стать амазонкой и надеть кожаную юбку, но не судьба. А Супермен тем временем... Вау! Тем временем просто уничтожает население. Устраивает геноцид. It gets worse by the minute. We have to get. Once I'm finished, you're all going home. Ишь, Бэтмен непоколебим. Like you, I've planned for the day when Superman might lose control. But without help, you'll die, and the insurgency along with you. Then maybe that's my fate. We don't believe in fate. Да ладно тебе! This is my world. My fight. You made it ours when you brought us here. Так, окей. У нас с вами внезапно, без объявления какой-то новой главы, происходит драка за Бета. Бета против Бета. Вот так вот внезапно, ребята. Окей. Ого, ого. И, кстати говоря, на самом деле достаточно, как бы он сразу. Смотрите, он достаточно сильно бьет. Кто не понял, я справа сейчас. Если кто-то запутался. Я сейчас, короче, бью его. Я бью плохиша. Вот сейчас бьют меня. Причем, кстати говоря, абсолютно такой же комбинацией. А вот это вот что-нибудь новенькое. Так. Коленками просто. Нифига себе. Вот эта история, друзья. Просто конфетти тебе в лицо. Праздник к нам приходит, как говорится. Я Бэтмен. Клоун на вызовах. Так. Что такое? Есть! Супер прием по сиськам. Ударил ему в грудь, и он откинул копыта. Не-не-не-не-не. На! На! Как тебе это, Бэт? Ах ты, маленький проказник! Ты нагнулся? На! Не проперло это! Это был отвлекающий маневр просто. Вау, вау, вау! Хватит! Кто так делает? Это грязные приемы, Бэт! Мы же с тобой это, как это? Благородные воители, мы должны драться как мужики. Типа, честно. Оба кинули мимо в одну и ту же сторону. Вот это был угар. Вау. Слава богу, что... Ой, нет. Только хотел порадоваться, что он... Че, охренел, что ли, мать твою? Бэт! Бэт, мы надо... Бэт, прекрати! Бэт, больно! Нет, он победил! Блин... Не хватило чуть-чуть заряда. Еще сука восстановился. Вот это пипец. Вот это трындец. Начать заново. Просто чудовищно сложная глава.
На тебе, в честь тебя салют, Бэт. Бэт, бетарангами салют вверх. Отдаю тебе дань. Знаешь, как когда хоронят какого-нибудь там военнослужащего, там, героя какого-то. Стреляют в воздух, как дань. Да что ж такое? На, как тебе это? Ха, как я тебя обманул? Бэт, прикажи, на! Нет, 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 никаких птичек на этот раз, Бэт. Бэт, прекрати. Бэт, это больно! О, нет, нет, какой ты, блядь, неугомонный. Кто-то нарвался на суперприем. Ты чё, Бэт? Я копил же долго, Бэт. Нет! Есть! Ха-ха! Глупый, глупая летучая мышь. Крысёныш. Отлично, на этот раз я веду. Да почему? Я же применил мышек летучих. Слушайте, он... Ты просто охамел. Псевдо-Бэт буду тебя... Хотел я его схватить, в итоге схватил он меня. А почему мимо-то? Там же прям, по-моему, рядом с ним пролетело. О, прикиньте, кстати говоря, он увернулся. На! 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 Так, я пытаюсь сделать действовать осторожно. О! На! На! You expected otherwise. Давайте, я тоже солью. Уменьшим ему регенчик немного. Да. Не-не-не. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо! Чё ты раз... Блин, это очень сложно, Блять, и он еще блокирует, сучара. Я столько уже слил просто так. На! If we're done here, we're losing time. This is a mistake. You brought us here because you had faith. Faith, we'd uphold the values you've given everything to defend. So trust us. Trust yourself. And let's end this. Окей. Мы избили его и тем самым переубедили. Вправили мозги. Правда. Да. Супермен. We need to get started. Все, друзья, вот такая вот главеха у нас следующая. Супермен, и очень неожиданно закончилась 11-я. Дракой двух Бэтменов. Хардкорно было, 12-я будет еще сложнее. И мне кажется, что 12-я это, наверное, уже финальная, либо предфинальная, возможно. Ну, в общем, одна из финальных глав. Буквально вот закончим серию на серию. Надеюсь, вам понравилось. Если так, ставьте лайки, давайте наберем хотя бы тысячонку. Мне будет приятно, буду знать, что стоит продолжать. Ну, а с вами был Сергей Хэлье. Не забывайте подписываться на канал, добавляться, друзьяшки, ВКонтакте, вступать в группу ВКонтакте и группу в Стиме. Также не забывайте про наш канал на Twitch, там проходят прямые трансляции. И не забывайте про второй канал на YouTube. Там выкладываются записи, если у вас нет времени посещать трансляции или вы пропустили по каким-то причинам. Все, всем счастья, удачи и здоровья. Всем пока. Я попробую прощупать место стариков. Да, только осторожно, кости им не сломай, они, знаешь ли, довольно хрупкие. Ей кажется, что ее убили соседи, пожилая пара. Мне нужно добыть какую-нибудь информацию о пожилых жильцах. А вы знаете, мне как кажется, что знаете, что будет в конце игры? Чисто мое предположение, что мы офицер. Блять! Черт! А, я начал назад отползать, хотя даже не знаю. Какого хера? Да бери дробовик, мудак, у нас патрон есть, блять, дробовик!